Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я вот показывала спелый перец этюд, и вот решила познакомить вас еще и с Патрицией. Вы смотрите, Патриция, он даже в камеру не влазит, он вот такой огромный, но какой страшненький он, когда молодой. Даже не верится, что он будет вот таким красавцем. Вот он на картинке. Он будет огромным, ярко-желтым, с толстыми-толстыми стенками, сладкий, сочный. Но до чего же он не привлекательный в юном возрасте. Смотрите, он темно-зеленый, прямо даже с черным, с каким-то отливом, с черными полосками. И он весь такой. Если вот там дальше посмотрите, сейчас скажу. Вон там вдалеке, видите, еще висят перчины. Это тоже Патриция, темно-зеленый такой, с отливом. Какой он некрасивый в юности, таким же красивым он будет у нас. Вот когда поспеет. Сейчас я расскажу вам про него, опишу, что про него пишут. Среднеранний сорт, срок созревания 110 дней, плоды трапециевидной формы, массой 200-240 грамм, вырастает даже до 400, у меня один раз вырастал, очень огромные. Мясистые, толстостенные, сочные, очень ароматные, мякотью. Окраска в технической спелости темно-зеленая, в биологической желтая, универсального использования. Если кто дождется, что он поспеет, он вас вознаградит за терпение, за ваше. Очень вкусный. Сок брызжет, как из яблока. А какой сладкий. Это, конечно, вот перец именно для теплиц, потому что я не думаю, я даже не пробовала ни разу, не мечтала вырастить его в открытом грунте. Но вы видите, он уже больше моей руки. Я его даже уже взять в руку не могу. Какой открытый грунт? Это он еще наливается у меня в теплице. Он начнет только созревать у меня в сентябре, потому что у нас сибирский регион, у нас поздно нынче пришла весна, было долго холодно. И сейчас вот у нас погода пасмурненькая, дождик. Для перцев, для теплолюбивых, для солнцелюбивых, конечно, у нас в Сибири не хватает вот этой нежности, тепла такого мягкого. Все они у нас иностранцы, привезенные из каких-то с южных стран. И я вот сегодня, когда каталог перцев описывала, я вам говорила, что когда вы выбираете, вы внимательно смотрите, если указано вес перчины большой и высота самого ствола высокая, скорее всего, для открытого грунта он совсем не подходит. Вы не дождетесь всей этой красоты и вкусноты. А вот в таком зеленом виде его кушать бесполезно. Он не вкусный, он безвкусный. Я никогда не ем неспелые перцы, потому что это значит, как портить о них мнение. Вы совсем другое мнение о нем будете иметь, если вы покушаете его спелый, именно ярко-желтый, сочный, когда он нальется, когда он на солнце подольше повисит. Вот это перец Патриция. Если будете приобретать такой перец, то имейте в виду, вырастет он у вас хорошим только в теплице. В открытом грунте вы его не дождетесь. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Это краткий обзор всяких разных перцев.